Территория Жамбылской области обеспечена природным газом на 94,4%. До конца года планируется газифицировать 18 сел региона. Об этом депутату Сената парламента страны Бекболату Урынбекову рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Курганбаев. Подробнее о рабочей поездке сенатора смотрите в следующем материале. Сенатор Бекболат Урынбеков посетил Таразэнергоцентр, где узнал о рабочем процессе на предприятии. Ему рассказали о том, что в случае возникновения аварии либо другой непредвиденной ситуации, организация способна обеспечивать жителей города горячей водой в течение 10 дней. Кроме того, в планах руководства приобрести и установить еще один котел. По словам Бекболата Урынбекова, одним из главных вопросов является обеспечение горожан электроэнергией. Так, за счет бюджетных средств в массивах Шолдала, Кольтуган и Кумшагал ситуация с подачей электричества решена. Однако для приобретения подстанции нужны дополнительные источники финансирования. Об этом сенатору рассказали горожане, с которыми он встречался ранее. На сегодняшний день одним из важных моментов остается ремонт тепловых магистралей М1 и М3 в городе Тараз. Соответствующие документы подготовлены и рассматриваются на уровне республики. Ждем корректировку суммы. Несмотря на это, местный акимат выделил средства из бюджета и приступил к ремонту. В завершении встречи Бекболат Урынбеков обратил внимание на необходимость провести тщательную подготовку к предстоящему отопительному сезону. Ренат Рахматуллин, Тлеукабыл Саржанов, Айкын Акпарат.